Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Дмитрий Евланов и канал Сады Тамбовщины. Очень рад приветствовать всех на своем канале, всех вновь прибывших подписчиков. Ну а я продолжаю снимать ролики про свои новинки, новинки 2020, которые заполняют потихонечку мой сад. И перед нами сейчас находится сосна, горная помпанелла. Несмотря на то, что у нее достаточно темная хвоя и достаточно длинная хвоя, я сначала подумал, что это сорт черной сосны, но тем не менее, погуглив, увидел то, что это сосна горная, а не черная, помпанелла. Это будет такой небольшой шарик, вот, с длинной темной хвоей, очень красивый и невысокий. Всего лишь там что-то написано до 60, по-моему, сантиметров в высоту будет шарик. Вот такой вот красивый. Вот здесь вот по дуге, так как вот и здесь вот у меня будут такие крупномерчики больше. Вот, но относительные крупномерчики, это 2-4 метра всего лишь в высоту будет. Так как у меня земли ограниченное количество, то высокорослые сорта в своем парке я не сажаю, а сажаю только маленькие карлики, так скажем, и даже те, которые 4 метра, для хвойных это все же считаются карлики. Ну а такие вот, как сосна горная помпанелла, это считаются суперкарлики, которые не достигают и метра даже. И решил я вот эти все свои суперкарлики объединить в одно видео. Еще раз покажу, здесь вот у меня будет дуга из хвойных побольше, а вот здесь вот три растения в ряд, первое, второе и третье, будут как бы повторять окружность дорожки между ними. Итак, первое — это сосна горная помпанелла растение. Второе растение — это туя западная Тини Тим. У меня есть уже несколько даник на участке. Вот, но еще захотел вот такую вот приобрести красавицу с ажурной хвоей. Вот. Это туя западная Тини Тим. Красивый шарик. Также это будет карлик. Всего лишь до метра в диаметре во взрослом состоянии. Нарастает очень медленно. И следующий из этих трех саженцев — это туя западная Микки. Туя западная Микки — это будет пирамидка. Пирамидка всего до метра, метр двадцать в высоту. И достаточно такая узенькая. Вот. То есть во взрослом состоянии уже эта туя будет метр, метр двадцать в высоту. Расти она будет очень медленно. Ну и будет, конечно же, радовать меня здесь вот своей красивой яркой зеленью. Итак, сразу три растения, мои новинки в моем парке: сосна горная помпанелла, туя западная Тини Тим и туя западная сорт Микки. Колонна, шарик до метра и шарик до 60 сантиметров. Итак, всем пока, всем всего доброго!